Какой же Новый год без елки? Правильно, в новогодние праздники она должна стоять в каждом доме, и так считают многие. Но вот как ее украсить, и самое главное, чем? Вопрос, в котором множество нюансов. Сегодня мы на выставке елочных игрушек и узнаем о них все. По правде говоря, я рад, что в предвкушении новогодних праздников у нас всех есть возможность окунуться в зимнюю атмосферу и узнать, как же празднуют Новый год в других странах. Все представленные здесь экспонаты являются оригиналами, и к тому же музей елочных игрушек постоянно обновляется свои фонды, что позволяет ежегодно посещать выставку, как в первый раз. Выставка музея елочных игрушек представлена не первый раз в здании Национального исторического музея. Проходит она уже третий раз и имеет большой успех. Можно сказать, это традиционная новогодняя выставка у нас в музее для посетителей, потому что каждую осень уже нам начинают звонить наши любимые постоянные посетители и задаваться вопросом, когда же все-таки уже наступит наша волшебная прекрасная новогодняя выставка. Данная выставка – часть собрания крупнейшей мировой коллекции елочных игрушек. Здесь вашему вниманию представлены новогодние игрушки из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном европейском музее. Но самое интересное, что все игрушки собирались лично создателем музея. Автор выставки, коллекционер игрушек Андрей Бегун, он старается каждый раз найти новые интересные экспонаты, чтобы заинтересовать и порадовать посетителей и жителей не только Минска, но и гостей столицы. Кстати, придя на выставку, вас ждут приятные сюрпризы от организаторов. В рамках этого проекта можно не только посмотреть саму выставку и насладиться волшебным новогодним настроением, но также у нас действует мастер-класс, где можно расписать елочную игрушку, забрать ее с собой на память и повесить на елочку дома. Также можно приобрести елочные игрушки любого формата, вида, цвета, под настроение, любой формы. Можно это приобрести у нас в сувенирном отделе. На выставке представлено более 2000 экспонатов, и, по моему мнению, эти самые необычные. Несмотря на многочисленные экспонаты, представленные на выставке музея елочных игрушек, одна витрина рассказывает про коллекцию Санта Эрмитаж. Это объемные шарики, на которых изображены картины известных мировых художников. Здесь можно увидеть, как известные мировые шедевры представлены на новогодних елочных игрушках. Мы побывали на выставке, но теперь давайте отправимся туда, где появляются новогодние экспонаты. Едем на производство елочных игрушек. Оставайтесь с нами.